Ой-ой-ой, ну это красота. Это красота. Давайте посмотрим. Это было очень красиво. Под перекладину, да, с неудобной. Еще раз. Ой-ой-ой. Москвичей также уступил со счетом 3-0. Можно убегать сейчас 1-1. Выбегает вперед Александра Нестерова. Отличный шанс, бросок, это гол. Вы посмотрите, Александра Нестерова забивает эту шайбу. Выходит она 1-0 против Валерии Таракановой. И первая шайба в этом матче. Ну, также Проворова с Горалковой. И вторая сегодняшняя пятерка в полном составе. Ну и гол Екатерины Добродеевой. Наконец-то ее прорвало. И абсолютно одну ее здесь оставили. Павлова отдает к синей линии. Здесь передача от Елены Проворовой. Второй ассист для нее в этом матче. Ну и точнейший бросок в девятку. Без шансов для Алены Ашиной. С передачкой и перемудрила Алена Грачева. Но понятно, что ей там на льду виднее, чем нам с вами с трибуны. А вот здесь бросок с эффектом неожиданности достигает цели. Александра Вафина, ее первая шайба в сезоне. До этого было две голевые передачи. Опа, и точнёхонько в девяточку под самую перекладину. Сейчас интереснее игра пошла, вы видите. Полина Лучникова. Быть готовым получить. Пусть и в большинстве до этого была наброшена шайба. Спасительницей станет ли Полина Киличенко? Становится она спасительницей. 7-62. Счет равный. 1-1. Полина Киличенко. Помимо двух голов с игры, сейчас еще спасательный буллит забросила. Посмотрим, получится ли у нее реализовать этот буллит. Пирогова обыгрывает вратаря и забрасывает шайбу. Ликуют трибуны. Шайбу забрасывает Нина Пирогова для команда «Торпеда» и сбивает в своей прошлой команде. Кстати говоря, переложила. Марине Лисиной, по-моему, 47-й номер. И есть гол! Есть первый гол в этой серии бросков. Лисина выводит из косого вперед. И это прекрасная возможность для команды из Екатеринбурга. Во второй 20-минутке удалось динамовцам все поменять. И сейчас 2-0 выход получается у «Динамо». Бежит вперед Пономарева. Передача обратно. Гол. Бросок, это гол. Разыграли сейчас этот гол Мария Александрова и Ксения Пономарева. Красивый выход. Сейчас мы с вами смотрим. Потеря на синей линии. И Пономарева обгоняет одну из нижегородок. Первый пас, второй пас и гол. Через два паса решили разыграть хоккеистки «Динамо» эту заброшенную шайбу. Активно очень хоккеистки 7-2. Отбор, щелчок. Не получается, но какая обработка. Хороший бросок и гол! Это Дрындина! Из ничего буквально возник этот момент. Наброс не получился. Попыталась подыграть под себя шайбу Мария Полоскова. В итоге смогла это сделать, не стала бросать, выдала шикарный пас, и Валерия Дрындина делает счет 3-1 в пользу команды 7-62.